Всем привет! Сейчас попытаюсь немножко так на примере разъяснить, что такое динамические грузы, которые сейчас привязаны к нашему чинуку в тестовом режиме. То есть на нашем чинуке сейчас идут испытания динамических упаковок груза именно в трюм. Вы можете возить не просто боеприпасы, а конкретные. Сейчас здесь на карте я смоделировал такую небольшую ситуацию. Сейчас я выйду в редактор, я вам все объясню. Вот смотрите, вот наша база, мы здесь на базе, и у нас здесь все есть. То есть у нас неограниченное ТО, неограниченное ГСМ, неограниченное все. То есть у нас полная обширная база, откуда мы можем таскать все подряд. Беслан. Теперь что мы имеем? Вот здесь, вот там, есть нейтральная база, смотрите. Вот эта площадка, она брошена, она нейтральная, это я называю Гондурас. Вертолетная площадка стоит просто. По полной информации у нее ноль. Я то есть почистил все. Почистил ЛА. Почистил ГСМ. Все по нолям. И почистил оборудование. То есть ничего нет, она брошена. Здесь у меня, допустим, разведка спряталась. Она вышла на эту площадку и говорит, так и так. В таком-то районе есть небольшая площадочка. А вот здесь недалеко наша колонна ездит. Тут как раз АПА, броневик. Из КП катается, то есть, короче, наземка. Мы делаем что? Так как я пилот, у меня есть комбинет арм, то есть огневой рубеж, и я могу этим делом всем управлять. Вот здесь галочка пилот управляет юнитами. И вот эту мы сейчас площадку будем снабжать. Но смотрите, дело в том, что пока красные не заедут в зону площадки, там километра 2, она так и будет нейтральной, и мы сначала посмотреть ресурсы не сможем. Как только наши подойдут к площадке по нашей команде, площадка покраснеет, и тогда мы сможем посмотреть ее ресурсы. Ну а мы тем временем тут сейчас будем собираться в путь и посмотрим все это как наглядно, что такое динамический груз, который упаковывается в трюм, в ящиках. В мануале это все есть, я просто сейчас покажу, просто вот на таком вот примере. Ну, допустим, у нас вот где-то тут в лесах злодеи ходят, они тоже говорят, о, какой хорошая площадка, надо забрать. И вот тут наши ребята, вы можете сразу здесь десант себе понастроить, брать десант, возить туда, чтобы как-то закрепиться. Ну вот, сейчас наша колонна подойдет, тут одна броня, ну и наш сейчас выскочит из леса на время. А потом уже вы на этом чинуке можете вот по этому маршруту таскать, туда таскать, таскать. Боеприпасы, топливо, десант еще привезти. Можно даже там артиллерийское орудие возить. Есть такие моменты. То есть вот с этой поляны все, что тут есть, можно вывести оборудование. Вот какой-нибудь взять вон Мистрали, вон можно все возить, лишь бы оно влезло в вертолет. Сейчас я выхожу в миссию, и там уже будет более-менее наглядно. Ну вот, что мы имеем. Мы имеем вертолет. Сейчас мы открываем заднюю проход, левый shift, левый alt, G. Открывается, открывается потихо. Заходим на шестое место сюда и ждем. Тем временем, смотрите, у нас здесь есть наземка. Спецназ выйдет потом, как наземка доедет, потому что здесь у нас есть броня. И мы этой наземке сейчас дадим маршрут. Задаем маршрут сюда и вот сюда поближе. И пусть едут. Ну и скорости ей надо дать там километров 30. Все, техника пошла, судя по всему. Ну-ка, ну да, поехали они, короче, пока туда, всей толпой. Вот, видите, броня, АПА, КАМАЗ сзади и это, СКП. А мы тем временем, смотрите, грузимся. Потому что, смотрите, у нас же на площадке, вот она сейчас нейтральная. Пока наши не подойдут, мы про нее ничего узнать не можем. Нажимаете дополнительно, ничего нету. Надо ждать, когда она покраснеет. Но она покраснеет где-то вот зона действия, примерно зона действия БМП, поражение, заедет сюда. Либо они подойдут километра на 2. Я так смотрел, они по-разному работают. Ну да, им где-то километра на 2 подъедут, и тогда уже площадка покраснеет. Ну а мы тем временем грузимся. Мы заходим в наземку. Наземный персонал, перезарядка. Смотрите, вот здесь у нас карго-погрузка. Вот окошко. И вот здесь плюс. То есть ничего нету пока. Вообще тишина. То есть вон там сзади ящиков нету, пусто. Мы нажимаем плюс. И берем у себя
Возьмем, давайте, вот воздух, земля. Мы берем, допустим, 114К. Мало ли там хеллфайров наберем. К штук 20. 20, к примеру. Ящик есть. Снова плюс. Возьмем, допустим, воздух, земля. Ну, лазерных возьмем хеллфайров еще. Вот, тоже 20 штук. 20 берем. Второй ящик. Ну и нашим тоже надо вертолетом что-нибудь набрать. Ну вот, вихрей 20 штук возьмем. Пока. 20 вихрей. Третий ящик. Ну вот, видите, они выстраиваются. 1, 2, 3. В таком виде будете заправлять их. Теперь, ну возьмем, давайте вот, атаки. Ну, штурмов давайте возьмем 20 штук. Все. 20. Окей. Все. Теперь смотрите. Начинаем грузить. Может, с первого сюжета. Раз. Пошел. Второй. Два. Пошел. Третий. Два. Пошел. Четвертый. Да. Пошел. Ну, можете топливо себе долить чуть-чуть. 80. Заправка по плану. И теперь что? Мы вот это окошечко закрываем. Перезарядка по плану. Ящики у нас в трюме. Вот они. То есть мы набрали 4 ящика по 20 ракет, по туры. Но это дело можно закрывать. Закрывается с первого места. Левый контур, левый альт, Г. Все это дело захлопывается. А мы пока в кабину пойдем. У меня там план полета, я уже... Вот они заправили его. План полета у меня есть. Я его нарисовал в редакторе. Сейчас мы вот это сбросим. Все это дело. И поставим себе какое-нибудь вот топливо. А здесь мы сейчас выберем себе картину. То есть мы включаем ХСД, потом Only, и я себе добавляю. План полета есть? Есть. Навигационные символы есть? Есть. Круги есть? Есть. Ну, такая нам не надо. Потом что? Only 2. Шоу всяких разных маяков буквенные. Ну и пока все. Вот так вот. Нам лететь сейчас вправо, ну, судя по масштабу, потом вот туда. Если мы будем проходить через точку строго-строго, то у нас в автоматическом режиме пройдет весь этот план. Видите, вот план, здесь авто. Если в мануале, то я еще раз напоминаю, то будьте через дир точку маршрута. А вот так автоматически, если вы пройдете строго на точке 2, маршрут автоматически переключится на следующий ППМ. Все, нас загрузили, посмотрим, что там происходит. Они еще не подъехали, они просто едут. У них скорость 30 км, пилить еще километра 2. Как покраснеет, мы посмотрим, как там все выглядит. Но я могу сейчас на ускоренную сделать. Вот так быстренько раз, они едут, едут, едут. Побыстрее все это будет. Далеко их поставь. Вот, площадка красная стала, скорость нормальная. Вот, теперь можно посмотреть. Дополнительно, видите, ракеты воздух-земля нету. Вообще ничего нет. То есть пусто, весь здесь, все здесь, ничего нет. Поэтому наша задача сейчас отвезти туда хотя бы Птуров. Мало ли там где-то наши воюют насмерть. Лететь далеко до Беслана. А там они хотя бы перезарядятся. Ну так можно возить топливо. Можно возить и всякое разное оборудование. Поэтому мы сейчас летим по маршруту. И отвезем туда вот эти наши 80 Птуров. Разных моделей марок. И уже там посмотрим на результат. Потом можно десантуру здесь рисовать. Хотите по скрипту, хотите физическую возите. Человек 30 напихайте и возите. Ну давайте полетим. Ну тут видите, Сережи нету. Там мужики за ствол их схватились, выгнули в окно. Полетим пока в одиночестве, пока нам второго пилота дорабатывают. Поехали по маршруту. Все время на правую сторону. Погнали. Сразу вот туда. И вот таким лихим макаром по иракезному побежали. Сидишь как в пылесосе, ну ничего не поделаешь. Придется рулить. Тут недалеко, минут 5-7 лететь, поэтому можно в принципе потерпеть. Сейчас там посадим вертолет, там когда мы подходить, то это. Нам дадут дым, сажайте быстрее, давайте. Сидим без хлеба, без папирос. Мы им птуры везем, везем. Можно также, говорю, можно там есть ГСМ, и можно бочку такую-то или такую-то, именно с топливом, там на 200 галлонов, на 300.
Можно выбирать, то есть с базы все, что там есть, оборудование, топливо, или вот вооружение, бомбы, ракеты. Все можно загрузить, выбрать, спокойно идет упаковка динамическая по ящикам. Ту площадку, я забыл показать в редакторе, можно тоже сделать динамический грузовой. То есть вы туда навозите, навозите, а вам, например, надо дальше куда-то что-то возить. Вы можете на ту площадку уже прилетать, загружать там. Получается такая, как логистическая цепочка. Кто-то возит отсюда, с Беслана, на площадку, а кто-то с площадки возит дальше. Тех же десантуру. Ну, десант так чисто по скрипту. Ну, можно физического десанта понарисовать. Единственное, что он бывает неадекватный. Слегка. Так, шарик в центр надо загнать у них. Видите, у нас тут еще режим стабилизации не доклеенный, поэтому постоянно приходится вот руками дрыгать. Сейчас мы пройдем, где-то там подальше у нас ППМ. Да, еще чуть-чуть. И он должен нас автоматически развернуть на следующую точку. По идее. Вот, видите, все, стрелка развернулась, поехали дальше. Потому что у нас план полета, перевод на следующий ППМ происходит автоматически. Ну, это как пример. Летаем, конечно, мы еще криво на нем. Я еще редко на нем летаю. Вот так вот, чисто для примера, в основном на земле. Ну, сейчас попробую. Потому что вертолет хороший. Он такой, он, видите, он воевать не умеет, но, по крайней мере, он снабжение такое еще. Большой, тяжелый. Все это возит. И, кстати, вот в новостях последних и в Дискорд кидали, там написано, что если это вот этот номер с динамическими грузами здесь уляжется, то его будут прикручивать к остальным вертолетам, транспортникам. Именно по упаковке динамических грузов вот в ящики и в трюм. Не на подвеску, на внешнюю. На внешней подвеске мы там возим на веревках. На этих, на фалах, на тросах. А вот именно в трюм запихивают. Как я помните, на Си-130 в трюм натолкал, полетел, хочешь с парашюта выкинул, хочешь так. Сейчас решили сделать вот на Чинуке. Потому что он, видите, он такой тупо транспортный, не боевой вообще. И вот ему вот таких вот задач, видимо, хотят понаклеить, чтобы он тоже хоть немного, но начал пользоваться популярностью. Чтобы люди могли на нем выполнять задачи. Да, здесь не боевые задачи, вот это вот рутинная работа. Туда-сюда, вот как вот мусоровоз. Туда, полигон, полигон, назад, вон дым там. Старый этот блокпост горит. Вот туда пока и едем. Сейчас подойдем на 3 километра. Там отсветится это, дымок. Сейчас посмотрю на карту, что там творится. Вон там уже и наши выходят, солдаты. Спецназ из леса выходит. Потихоньку, сейчас посмотрим. День это. Да, вон спецназ пошло. То есть сейчас там уже вон народ подъехал, там спецназ бегает. Короче, там на площадку уже держат. Нам надо закрепиться. Вот, допустим, отвезли там Птуров, отвезли там еще что-то. Отвезли десант, закрепились. Ну, потихоньку, пока вот так ехаем, потихой, ехаем. Что-то в последнее время перестало работать нормально вот эта многопоточность. Все какие-то лесенки. Начинаешь сглаживание ставить. Вообще тормоза. У меня уже компьютер-то старый. Будем скоро менять, надеюсь. Но сейчас все некогда. Я-то за вертолет редко сажусь, потому что у меня сейчас семейные такие идут большие планы. Их надо воплотить срочно. Приходится все время свое, свободное. Все свободные финансы. И все-все-все вкладывать свое дело. Ну, потихоньку шевелимся. Вот так. Идем. Сейчас зайдем вот поближе сюда. Там уже нас ждут. Мы будем потихо вот снижаться. Пока. Дым у нас налево, ветерок где-то справа. Ну, сядем так, как вот, как умеем. Я не столько свой пилотаж вот это демонстрирую, сколько возможность этого чинука по этому. Надо включить, наверное, вот здесь эту байду. Вот эту. Вот. Так вот виднее. Вот. Дымок. Нас ждут. Сажайте быстрее. Мы сейчас вас тут хлеб, соль. Лесенки. Это... Я маленько зажал график, чтобы не это.
Короче, оттормаживаемся и будем потихонечку падать, соблюдая все режимы, чтобы не завалиться ни на задницу, ни на передницу. Ну вот таким образом вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Вроде как бы летим. Ну и вот сейчас мы сядем на площадку, выгрузим эти ящики в порядке очереди. Тример такой, да, дерганый. Высоко залез, ну ничего. Мое дело продемонстрировать, что мы можем брошенную площадку захватить, обустроить и потом ее снабжать яростно. Так, режим соблюдаем, чтобы не завалиться. Все прорисовывается постепенно. Я позажимал всю графику, чтобы она более-менее шевелилась. А то начинает тормозить. Вот, сейчас мы сядем где-нибудь вон там. Вот наши уже приехали. То есть у нас уже СКП тут работает. И вот едем, едем, едем сюда. Была площадка Гондураса, стала наша. Сейчас мы здесь где-нибудь воткнемся. Тут развалины. И вот вон туда сейчас. Вот на эту. Приляжем. Аккуратно. Вот. Вот так, раз. Ну, вот, допустим, вот здесь присели. Вот так. Подальше. Бубух. Теперь мы что? Мы левый shift, левый alt. Открываем опять задницу. Идем на шестое место. Тут все открывается. И смотрим. Еще раз убеждаемся в том, что мы вот тут летели. Площадка у нас пустая. Ну, мы привезли воздух. Земля нету. Окей. Ладно. Выгружаем. Опять же, наземный персонал. Он тут есть. Перезарядка, заправка. Вот теперь с правой стороны, наоборот, вот здесь. Карго, выгрузить. Что у нас тут есть? 1, 2, 3, 4. Четвертый. Выгрузили. Вон он ящик. Третий. Выгрузили. Вот, ящики побольше встали. Еще ящик. И еще ящик. Ну, можете заправиться на обратную дорогу опять до 80. Дозаправка по плану. Потому что... Перезарядка по плану. А, вот видите, у нас топлива нету. Топливо-то йог. Мы же пригнали сюда чего? А мы пригнали сюда, бензовоза нету. АПА есть, КАМАЗ есть, больше никого. Поэтому надо топливо возить. Вот наши ящики лежат. Вот мы. Но. Теперь мы смотрим куда. Ну, сейчас мы закроем это все опять. Вот так. Левый Ctrl, левый Alt, G. Все это закрывается. Да? Да. А мы смотрим на площадку. Итак. Теперь наша площадка имеет что? Вот. Теперь мы сюда привезли 20 радиоракет. 20 кило, птуров, коконов 20 и 20 вихрей. Теперь можно здесь хоть кого-нибудь что-нибудь подвесить. Все. Ну а теперь мы можем лететь обратно за каким-нибудь еще вооружением или десантом. Поэтому, что делать? Пока они тут вот валандуются, все это осваивают, тут пока вот шашлык-машлык. Вот тут пацаны собрались, держат оборону. В общем, полетели обратно. На обратный курс встали и обратно полетели за чем-нибудь еще. Вот такое вот небольшая история о том, как можно использовать вот этот вот автобус в разных целях. То есть вы возите не просто мешок или контейнер, а конкретные. Вам, например, дали заявку. Нам нужны там туры такие-то, бомбы такие-то, или там ход 3 или что такое, или воздух каких-то ракет понавези. Понакидал их в трюм. Штук 20, 30, 40. И повез. Вот таким вот образом. Ну, примерно так вот рассказал. Ребята, я, судя по новостям, пилят все это дело. Поэтому вот так это все это будет и выглядеть. Ну, давайте, всем пока.